Здравствуйте. Я уже возвращаюсь обратно. Я надеюсь, что кошки, подружки меня еще раз, четвертый раз за сегодня просить есть не будут. Вот, ну посмотрим, наверное, там часов в 10-11 перед сном можно будет это сделать. Вот. Хотела показать мне до следующего транспорта. Моего 9 минут, так что в принципе времени хватает. Хотела показать, я в общем и в целом в том же наряде, который вы уже видели, да, но босоножки, насколько они цвет в цвет фактически к моей сумочке, очень здорово получилось, хотя вроде бы не специально, но такая приятная мелочь. Вот. Ну что же, вечером, да, сейчас приеду и буду заниматься, продолжу. Вот, а так, не знаю, может быть, схожу, посмотрю, у них там напротив такой новый бизнес-центр или как это, центр торговый, да, такой два в одном открылся. Хочу посмотреть, если вдруг еще остров чистоты будет открыт, хочу посмотреть, что у них там по поводу кремов. Как-то тот, который я сейчас использую, увлажняющий, он сильно силиконом, что ли. Очень-очень жарко и непонятно. Может быть, если я найду бабушку Агафью, опять вот этот вот мусорный такой, то, может быть, его тогда возьму. Вот, не знаю, посмотрим. Главное, чтобы они были открыты, остальное приложится. Вот. Ой, как хорошо вечером, боже мой. А ведь я бежала днем, был такой хороший дождь, я попала под грозу, и в то время, пока я ехала, как раз получилось, что я в транспорте ее переждала. Вот. А люди, большинство, были на отдыхе, многие прямо в купальниках ехали. Было людей очень много в троллейбусе. Вот. Но, тем не менее, все поместились, все хорошо. Вот. Забрала из дома хлеб, чтобы не пропадал. Вот. Кстати, на удивление, черешня, при всем при том, что она самая дешевая была, да, вот, на удивление казалась очень вкусная и такая, знаете, насыщенно сладкая, что я всю порцию, которую взяла, я не осилила, поэтому меня вечером ждет еще она. Вот, ну и честно говоря, по такой жаре даже особо сильно есть не хочется. Вот, а вечером посмотрим, может быть, поставлю какое-то кино. Вот. Посмотрела, кстати, как называется, сначала с Ди Каприо 2010 года. Вот. У меня такое ощущение, что нужно его пересматривать, потому что это один из тех фильмов, которые нужно именно смотреть, а не пускать фоном параллельно с тем, что ты делаешь. А я вчера параллельно под это время училась. Вот. Как-то так. Поэтому неоднозначная концовка. Это в стилистике матрицы что-то такое. Вот, что еще? Котиков своих маленьких я оставила на свободном выпасе. Вот, потому что мама их оставила таким образом. И, соответственно, я посчитала, что почему нет. Вот, пускай бегают. Вот, рисков балдеже в таком... Вот, прямо развлеклась на это все. Это такое счастье, что, боже, наконец-то можно не сидеть в заперти. Вот, но как бы еще активно ходить по этому всему нельзя, поэтому получается, что я иду обратно. Но как бы в любом случае надо же Аниных котов кормить. Тут как бы не попишешь ничего. Вот, так что как-то так. Не будем сбивать человеку траекторию бега. Ой, как же хорошо.
просто прекрасно. Вот. Погода, да, действительно чудесная и просто наслаждение такое. Я, видите, успела и словить закат в нескольких этапах. Вот. И вот сейчас как раз возвращаюсь. Сейчас как раз будет нормально такой подветерочек, будет нормально учиться, не жарко, то, что надо. Вот, как-то так. У меня в 2014... Ой, нет, подождите, что я совсем рано сказала. В 2016 или 17 годах, когда магазин был на Якуба Колоса, вот, мы снимали тогда полуподвальное помещение, это минус первый этаж, как-то он не как цокольный назывался, а там были даже окна, но при всем при том получилось так, что его затопило. Вот, я в один момент прихожу, у меня посередине лужа хорошая такая, вот, и получилось, что канцелярия с бумагами, которые были блоки дополнительные для тетрадей, вот, и это хорошенько замочилось, вот, но получилось удачное стечение обстоятельств, то есть я это оставила, и мне получилось адекватно высушить для, ну, перепродать это никоим образом уже нельзя, потому что листы покореженные, но, тем не менее, там были блоки по 96 листов, это фактически целая тетрадь, вот, и сейчас фактически я как нашла, вот, потому что получается, что у нас в среднем одна задача занимает где-то лист, ну, вот по ценообразованию, например, по экономике там и подавно, по бухгалтерии там еще и больше, может быть, очень много уходит вот этого материала, вот, все делать в электронном варианте, это не совсем удобно, потому что одно дело, когда ты оформляешь работу, там, курсовую или домашнюю работу, да, ты выравниваешь формулы, все вот это вот, красоту наводишь. Вот. А другое дело, когда ты это для себя, для того, чтобы понять сам процесс, как это все идет, да. Вот. И вот я вчера как раз взяла с собой вместо тетрадей, вот, чтобы деньги не тратить. Реально, нормального качества бумага, ничего не успела заплесневеть. Единственный момент, что она вот немножко волнистая. Но я ее под пресс положила, под книжки. Я надеюсь, что это поможет. Вот, как-то так. Очень хочу побольше успеть порешать, чтобы за неделю успеть проштудировать этот учебник и сдать его как раз. Вот, как-то так. Вроде все. Вроде вижу даже фары троллейбуса, на котором я поеду. А, это маршрутка перед ним. Ну, ничего страшного, как раз. Вот, друзья мои, я на сегодня, видимо, с вами прощаюсь. Вот, мы увидимся с вами в следующей части. Вот, и да, до новых встреч. Пока-пока.